Новогодняя скатерть «Щелкунчики». Скатерть с зеленым фоном. Обратите внимание на узор. Это самое главное, что придает скатерти новогодний характер. По краю узор на белом фоне выполнен как изображение еловых веток с различными щелкунчиками, новогодними игрушками и подарками. Сам край скатерти дополнен изображениями снежинок. Фон этой скатерти зеленый, который символизирует цвет новогодней елки и украшен россыпью елочных золотых игрушек. Скатерть хорошая, качественная. Принт был нанесен с помощью иностранных итальянских красителей, поэтому он плотный, не линяет. Обратная сторона скатерти вот такая вот, ну обычная, белого цвета. Ткань плотная достаточно, прочная. И да, такую скатерть вы можете использовать не один год. Она, в принципе, подойдет как для праздничных, торжественных случаев. Также ее можно сервировать стол на Рождество и вообще весь зимний период, чтобы прочувствовать новогодние праздники.